Узрите реальность нашего времени без лишней паники. Факт того, что однажды на ваш город может упасть атомная бомба, приготавливая нас к выживанию. Непостижимое оружие угрожает нам. Атомная бомба уничтожает в три этапа. Взрыв, ударная волна и радиоактивность. 5, 4, 3, 2, 1. И вот я стал смертью, разрушителем миров. Казино X сошло с ума и отменило все лимиты на выплаты. Заходите на 23casinox.com, играйте и выводите любые суммы денег за одну минуту. Лучшие лицензионные автоматы, море бонусов, подарков и баснословные выигрыши ждут вас на 23casinox.com. Не забудьте активировать код 4X. Мы с Фелис наслаждались жарой, красивым летним днем здесь, в Сан-Диего, но внезапно наткнулись на этих парней. Я хочу знать, что задумали парни дяди Сэма. Я вправе знать, я плачу налоги. Что происходит? Никакой съемки. В чем дело, чувак? Не снимайте. У вас есть 10 секунд, чтобы убраться отсюда, иначе я вас арестую. Да в чем дело? Ты на меня работаешь, брат. Что происходит? У нас в Сан-Диего экологический кризис. Конечно, у нас кризис. Мы потеряли свою свободу. Пора отстаивать свои права. Совершенно точно эти люди знают что-то и не говорят нам. Мы должны требовать свободы. Именно. Как дела, Кэп? Заткнись. Шикарно. Не трогай. Боже, какие мы жадные. Палец себе обрубишь. Не круто, чувак.
И чего, ты летаешь на них и выискиваешь плавники? Я должен следить, чтобы в воде не было акул. Тень от акулы, силуэт акулы. Идеальная для тебя работа. По-другому ты не сможешь спасать людей. С твоей-то ногой. Проваливай. Каплан? Слушаю. Переключись на вторую. В чем дело, Джина? Еще одна мертвая обгорелая рыба. Селедка на этот раз. Вкусняшка. Уже 20 какая-то за 2 недели. Она у воды? Нет. Тогда на пляже? Отвечай тебе, над тобой издевается Джина. Нет, я думаю, это экологический кризис дает о себе знать. Знаешь, ты такая сексуальная, когда вся такая активистка. Ладно, ты все равно не поверишь, что я серьезная. Ага, для молотка каждая проблема лишь ноготок. Джина? Алло? Кого-то откинуло на 100 метров из зоны. Вы ранены? Свело все тело. Хорошо, держитесь и попытайтесь расслабиться. Все хорошо, хорошо. Я доведу вас до берега. Все хорошо. Опять все свело. Держитесь здесь, и тут, и вы свободны. Спасение жизни. Хэштег пляжная жизнь. Хэштег вставай за дело. Хэштег тусим. Хэштег все еще пятница. Черт, буквы закончились. Кайли, если ты будешь заниматься работой столько же, сколько ты копаешься в Инсте... Завидуешь. Страшным парням, которым ты шлешь свои фотки. 87 тысяч страшных парней, и это не конец. Кажется, моя работа более значимая, чем твои эксперименты или чего ты там делаешь. Это экологическая наука. Неважно. Ты будешь в долгах, а я знаменита. Уверена, что ты такой и стала. Тебе нельзя пользоваться этим дроном для своих забот. Ты должен следить за акулами. Я выберусь туда быстрее, чувак, быстрее обычного человека. И... А что, если что-то пойдет не так? Мы будем нести ответственность, финансовую, законную. Но в конце концов спас человеку жизнь. Успешно. Больше этого не повторится. Спасибо за беседу. Рад, что твоя рана не задела твоего чувства юмора. Знаешь что? Я ведь тоже могу пошутить. Как называют спасателя, который не умеет плавать? Безработный. Нет, черт, да я не пил. Да брось, Роджер. Да я говорю, я своими собственными глазами видел. Где это произошло? У Коронадо. Роджер, к тебе подходит парень, говорит, что что-то там видел. Что-то необычное, НЛО. Это была акула, или вроде того. Был ясно виден красный цвет. Да какая разница, моего клиента напополам разорвало. Готов показать труп? Нет, тело где-то там плавает. Неважно, что это было за существо, но я нахрен убрался оттуда. Слушай, будешь ты чего-то предпринимать или нет, мне от этого легче не будет. Ладно, хорошо. Эй! Вы говорили ему правду? Простите? Насчет акулы, это была правда? Я всегда говорю правду. Все хорошо. Да, да, прекрасно. Это Рич Роджер. Он сказал, что его друга убила акула. Мистер Роджер? Капитан, вообще-то. У кого есть свой корабль, тех зовут капитаном. Да, капитан. Как вы думаете, что это? Вы ведь учились в колледже? Да. Вот вы мне тогда и расскажите, что происходит. Боже, откуда ты его знаешь? Пару раз виделись.
Ребят, я Генри Уоллес. Я владею рестораном через дорогу. Сказни из Dockside Grill. Да, именно. Скип Форте, реалити-шоу, хотели нас посетить завтра. Еда и выпивка за мой счет. Ладно. Спасибо. За работу. Палка, акулья бита. Как бы ты ее ни назвал, это все равно специализированное подводное оружие. Можешь хреначить ей по горбу. А пистолет не будет практичней? Ну давай покажу. Приближается акула. И хренась. Прибил одну как-то в 1997, когда был дайвером. Носи ее всегда с собой. На конце есть патронник. В нем-то вся и фишка. Стандартный 44-й магнум. Куда ты, блин, уставился там? Каплан. Слушаю. Не хочешь сказать, а чем именно там занимаешься? Конечно, патрулирую воду. В настоящее время парю над безопасной зоной. Вау! Круто! Ну и дебил. Джина? В чем дело? Кажется, в безопасной зоне что-то есть. Не могу определить, что это. Поможешь? Акула! Акула в воде! Уходите. Вылезайте из воды. Джина, ложная тревога. Это был дельфин. Просим прощения. Акулы нет. Что? Все безопасно, можете возвращаться в воду. Это просто дельфин. Все хорошо. Там безопасно. Это Кол Хеннинг. Сейчас мы устроим тут взрывное шоу в честь Дня Независимости. Будет улетно.
это настоящая атака или тест, сирена все равно пробьет тревогу на протяжении 3 минут. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая Джун! С днем рождения тебя! Джина, смотри, кого нашел. Трой и Филлис Хенли. Джина, рад встрече. Экологический кризис. О, правильно, да. Каплан большой фанат. Каплан сказал мне, что ты эколог. Ну, я учусь пока, да. Да, я очень хочу взять у тебя интервью. Тебя зовут Джина, верно? Я не могу сейчас, я работаю. Время есть у всех. Нет, правда, я не могу. Каплан, ты нет, должна. Прости, извините. Да, если бы ты присела. Поехали. Что происходит? Сделай глубокий вдох. Ты справишься. Okay. Хорошо. Отлично выглядишь. Ну что, готова? А что? Мотор. С нами Джина Деламо, спасатель и эколог, которая... Я еще учусь, чтобы стать экологическим... Просто продолжай. Джина, я лично видел правительственные корабли, плавающие в этих водах. И я поговорил с пловцами, я поговорил с теми, кто любит катера. И все говорили, что видели огромное яркое красное существо, напоминающее акулу. Из-за чего такое могло произойти? Я не знаю. Расскажи им о рыбе. Рыба. Я видела несколько обугленных рыб, которых выбросила на берег. Мы также получали жалобы и об акуле. Люди говорят, что всему виной радиация. Радиация? А что радиация могла сделать с акулой? Заставить сиять? Возможно. Но больше похоже на мутацию. Мутация происходит в эволюции естественным путем, благодаря экологическим условиям, к примеру, рыба там кот. Она мутировала во времена индустриальной революции из-за токсических отходов, которые попали в реку Гудзон. Но тут могло быть все иначе. Эта акула может быть радиоактивной, и она испускает очень сильный сигнал. Чем экологический кризис может помочь? Если акула радиоактивная, не уверена, что можно уже что-либо исправить. В этом случае ее невозможно будет убить.
привет, дорогая. Я прочла на Фейсбуке, что от селфи людей умирает больше, чем от акул. Это правда? Конечно, нет. На помощь! Помогите! Эй! Не смейся, нет, не смейся! Эй! Эй! Там ребенок тонет! Давай, Каплан, залезай. Подписывай. Звони 911. Да. Воу, воу, давай полегче. Он без сознания. Так ты не гони лошадей. Искусственное дыхание. Хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, парень, давай, дыши. Раз, два, три. Не останавливайся. И все будет хорошо, малыш. Мне еще нужен воздух. В больнице дадут кислород. Вставай, пацан. Они уже едут. Он в порядке, все хорошо. Хорошо. Все хорошо, приятель? Парамедики уже в пути. Я поеду с ним в больницу. Ты главный, пока я не вернусь. Не накосячь. Давай, Фелис, снимай парашют. Да, вот так. Звони 911! Каплан, нет, это слишком опасно. Живо! Каплан!
план! Нет, на помощь, помогите, кто-нибудь! Господи! Назад! Назад! Каплан, плыви! Каплан! Каплан, вылезай из воды! Каплан! Давай! Каплан! Господи, ты цел? Мне лучше, чем им. Я скоро вернусь. Она просто убежала? Что там произошло? То же, что и прошлой ночью. Это акула? Если это акула, она опасна. Да ладно. Я имею в виду, она очень опасна. У тебя есть о ком волноваться. Ты можешь взять меня с собой? Мне нужно увидеть то, что видел ты. Все не так просто. Я не говорила, что будет легко. Я сказала, что я хочу увидеть все сама, чтобы понять, как ее остановить. Неужели ты не хочешь помочь? Не сегодня, не с какой-то студенточкой, которая приведет нас лишь к смерти. Тридцать минут. Полегче, чувак. Я оставил тебя одного на сраные 30 минут. А у нас там 5 трупов и один раненый. И какого хрена ты вообще полез в воду? Так было правильно. Там было что-то очень ужасное. Да, кораблекрушение. Двигатели не могут спонтанно воспламеняться. Загорелся двигатель. Официальное заявление. А кого? Кто так сказал? Федералы. Мне позвонили с радио по секретному правительственному каналу. Они сказали, что загорелся двигатель. Конец истории. Откуда им знать? Неважно. Мне позвонили. Все. Это безумие, чувак. Хочешь увидеть безумие? Я тебе покажу безумие. Рис, хватит, чувак! Тебя там не было, ладно? Ты не видел то, что я видел. Я не думаю. Нет, не думаешь. Никогда не думал. Ты уволен. Отдавай мне свой свисток.
Йоу, меня уволили, ребят, уволили. Вы знаете, что меня уволили? Знаете, меня уволили. Молодец. Меня уволили. Оу, мне жаль. Да, знаешь, бывает. Кайли, напарник. Эй, будь осторожна, а то и тебя уволят. Ребят, привет, меня уволили сегодня, меня уволили. Боже, уволили, чувак? А рыбу поджарили. Видел когда-нибудь подобное? Джина была права. Как думаете, что могло это вызвать? Нужно поговорить с Джиной. Окей. Идемте. Что происходит, ребят? Вы готовите? Я угадываю. Да. Вот он едет, едет, ага, уже тут. Это мистер Форте, внимание. Мотор. Скип Форте, живой. Добро пожаловать в самый лучший ресторан Сан-Диего. Но это мы еще посмотрим. Снято. Мистер Уоллес. Зовите меня Генри. Конечно. Мистер Форте не любит, когда его трогают. Все хорошо, Эрика. Он скромничает. Не трогай его. Пойдемте. После вас, мистер Форте. Мы сегодня сильно опаздываем. У мистера Форте через 2 часа интервью на радио. Так что, прошу, давайте только о самом главном. Как и договаривались, мы зайдем через черный вход. И начнем с кухни. Мы сделаем пару дублей, затем перейдем в обеденный зал. Еда готова? Покажите мне рыбу. Время рыбы. Воу, воу! Никогда не видел девушку со своим счетчиком Гейгера. Ой! Ну и мерзость. Когда я клал ее туда, запах был не такой. Так, давайте по новой. Поехали. Давайте быстренько. О, да. Да. Оно там. Что там? Энергия субатомных частиц. Радиация. Она в рыбе. Откуда она там взялась? Я не знаю, я все еще выясняю. Но я уверен, правительство знает, потому что эти парни просто повсюду. Да, они быстро избавятся от рыбы. И скроются с моей камерой. Итак, если эта штука забита радиацией, нам и правда стоит сидеть рядом с ней? Нет, определенно нет, нам не стоит рядом с ней сидеть. Боже. Так, народ, мы перемещаемся сюда. Будьте тихими, иначе все начнется заново. И важно выглядеть довольными, ладно? Но без болтовни. Ведите себя естественно. Используйте жесты. И еще кое-что. Не смотрите на Скипа. Притворитесь, будто нас тут нет. Пробный мотор. Стоп. Хватит качать головой. Шевелите губами, но не головой. Готов, Скип? Да давай уже начнем. И мотор. Итак, готов? Мотор. Что сегодня в меню, босс? Ну, Скип, я подумал начать с хита продаж. Махи-махи. Обжаренный лук, перец, измельченный чеснок. Погодите, стой, стой. Не называй мне ингредиенты. Просто дай попробовать, хорошо? Дай попробовать, и я угадываю. А ты удивляешься. Ты вообще смотрел это шоу? Да. Хорошо. Ладно, давай по новой. Замени. Скип. И начали. Что у нас сегодня в меню, босс? Ну, Скип, я подумал начать с нашего хита продаж. Махи-махи. Садись. Ты лишь мешаешь. Тихо. Скип Форте. Какая вкусная рыба. Обжаренный лук, очевидно, лавровый лист, помидоры. Но в чем они обжарены? Это кетчуп карри? Верно. Бинго!
Извините. Мы снимаем. Еще раз и вылетите. Я беру с собой, беру это с собой и снова. Извините. Я просто проверила. Но в чем она обжарена? Это кетчуп карри? Да, вы правы. Да. Впечатляет. Расскажите мне о рыбе. Ну, скип, она местная, довольно свежая. Поймали только сегодня. Она еще и брыкается. Должно быть, это все красный перец. Я же сказал вам не называть ингредиенты. Сколько раз ему еще говорить, а? Не называть ингредиенты, сколько раз? О, нет. Эй, дай ему еще одну. Нужно их предупредить. Мистер Форта? Скип! Мистер Форте, мистер Форте, в чем дело, мужик? Помогите! Зовите на помощь! На помощь! Мистер Форте! О, боже! Помогите! Что ты делаешь? Нам нужно вывести людей с пляжа. Из-за того, что в ресторане произошел взрыв? Это был не взрыв газа. Скажи это начальнику пожарной части. Ты ведь знаешь, что он не станет меня слушать. А кто станет? Ты орешь тут про свою радиацию. Это правда, и ты знаешь это. Из-за нее взрываются рестораны? Это случилось. Мы все видели, чувак. А ты что здесь забыл? Я тебя, по-моему, уволил. А что насчет мертвой рыбы, о которой я говорил? Рыба, которая сгорела во время пожара в воде? Они сгорели не из-за этого. Тогда из-за чего? На свободе разгуливает атомная это медуза? Это акула! Яблоко от яблони недалеко упало. Да. Нет, Джина увалила тебя, Рис! Ты проиграл, Рис, проиграл! Давай удушающий, Джина! Сучка. Рис, ты продул, стучи! Сдавайся! Вот так, Джина победила! Динь-динь-динь! Ну все, Джина, хватит! И Джина с легкостью побеждает! Кинг-Конг ничего не смог сделать Джине Деламо! Самое лучшее, уху! Ты надрала ему задницу! Не забудь отдать форму! Я повешу их на стену позора! Никто не поверит нам без доказательств. Да, если будут доказательства, можем запостить их на канал Троя Феликс. И у них еженедельно по 1 000 000 просмотров. Что если мы прицепим Гейгер к твоему дрону, вылетим в море и найдем акулу? Думаю, идея хорошая, но дрон сломан. Потребуется неделя, чтобы достать новые запчасти. Черт. Подожди. Ты куда? Идем. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Добывая новый дрон. Наш извращенец. Поймаем его.
Думаю, он наверху. Хорошо, давай за мной. Хорошо. Да, детка. Выстрел на миллион. Привет. Я слышала, вы ищете модель для фотографий. Да, да. Проходи. Привет. Я Фитчер. Да. Ну так... Стоять! Кто вы такие? Мы копы. Мы здесь, чтобы забрать вашего дрона. Подождите. Я ничего не делаю противозаконного. Я законопослушный бизнесмен. Я вам докажу. Смотрите. Видите? 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 Вот. Эти девушки разрешили их фотографировать? Ля, это публичное место. Не думаю, что законом это допустимо. Так, да, я вас понимаю, конечно. Видите? Смотрите. Смотрите. Видите? Вот. Вот. А, нет, не то. Это не мое. Определенно не мое. Ужасно. О, клянусь, это... Погодите. Вы не копы. Вы спасатели. И, насколько я видел, не очень хорошие. Я понял. Тебе дрон нужен для слежки за акулой, верно? Именно, да. Ну смотри, моя модель с большим зарядом, с большей дистанцией, быстрее. 5000 баксов, и он твой. Что? Позвони в полицию. Нет, хорошо, давай. А выдавать себя за копа тоже серьезное дело, да? Я нашла 3 результата. Мы переживем. Польского магазина сосисок в вашей местности. Хотите, я их перечислю? Ладно, ладно, хорошо, хорошо, заключим сделку. Если только вы оставите меня в покое. Брось трубку уже, чувак. Говори. Окей, хорошо. У меня есть видео, которое вас заинтересует. У тебя нет ничего интересного. Это вы захотите посмотреть, поверьте. Итак, я просматривал гавань прошлой ночью. Искал какие-нибудь ночные посиделки. И увидел это. Только не обделайтесь. Дальше будет? Оно так и идет. В тот момент были помехи. Это наша рыба. Я хотел это запостить, если честно, но люди бы орали, что это фейк. $1000 за видео и моего среднего дрона. Трой. 1000 баксов? 1000 баксов. Встреть нас на пляже отеля Гавана. 800 или выкину все? Выписать чек. Приму чем угодно. В воде никого нет. Уже проверил? Спустись. Люди уважают нас. Спустись и покажи им, что бояться нечего. Я не уверена, что там никого нет. К твоему сведению, в Лахое переизбыток спасателей. В полдень я выплываю собирать мусор. Ты мне нравишься, Кайли, но я могу тебя заменить. Понятно? Как водичка? Приятная. Тепло. Чувак, ты куда поплыл? Ты трос, сука. Да нафиг, чувак.
Я не знаю. В смысле? Вот же она. Я вижу, но этого недостаточно. Мы-то знаем, что это, но для зрителей это может быть что угодно. Будут думать, что фейк. Откуда она вообще взялась? Я тоже заинтересовался, и поэтому загуглил. Есть слух, что советская подлодка затонула в 30 милях от Сан-Диего еще в 80-х. Кажется, все по-настоящему. Утечка радиации. Зацените. Я прикрепил счетчик Гейгера прямо на край платформы. Гениально. Сработает? Если ему удастся поймать этой штукой акулу... Черт, да все получится. Точно. Главное, чтобы все получилось. Это будет лучше для всех. Хорошо, так, так. Так, убедись, что все в порядке. Полегче. Только не торопись. Отлично. Полетели. Сукины дети. Намного. Давай сфоткаемся, чтобы я навсегда запомнил девушку, которая мне жизнь спасла. Это так мило. Конечно. Дядя Рик, сфотай нас. О, нет. Все из воды. Акула. Вам нельзя пользоваться этим каналом. Живо уберите радио. Кайли, ты слышишь меня? Акула. Всех выводи из воды. Кайли. Что ты делаешь? Подлети поближе. Хватит. Ты что творишь? Нужно приблизиться. Почему? Нет, можно. Ребята. Парни, не сейчас. Вы только все усложняете. Тут и так хуже некуда. Отдай. Рис. Вы серьезно, что ли? Вы серьезно? Какое тебе дело, чувак? Рис, в воде акула. Я иду с тобой. Там нет никакой акулы. Нет, есть. Зачем ты это делаешь? В воде грот, идиот. Нужно помочь людям выбраться. Хватит уже. Нет там акул. А вы куда, ребят? Давай, опускай ниже. Ниже, малыш. Видео на миллион. Ниже уже некуда.
детка. Ниже уже нельзя. Можно. Послушай меня. Черт! Смотри, что ты наделал. Я? Молодец, да, ты. О, нет. Думаю, нам надо валить отсюда. Она рванет. Сняла это? Да, засняла. Черт! И что нам делать? В порядке? Да, акула, плавающая бомба. Мне теперь до конца жизни к психологу ходить. А у тебя что? Просрал камеру. Мы заметили. Мы подслушали разговор копов. Кажется, сюда едут военные. Но это ведь хорошо? Не очень. Военные сначала стреляют, а вопросы задают позже. Но в этой ситуации, я думаю, вопросов не будет. Что ты имеешь в виду? Ты видела, что сейчас случилось? Ну, типа, да. Монитор шатался. Энергия акулы нестабильна. Без воды, которая ее остужает, она нагревается, как атомный реактор. Военные будут стрелять. А если хоть что-то взрывоопасное коснется этой акулы... Все побережье рванет. Обычно я бы назвал это безумием. Но в этом всем нет здравого смысла. Что, если мы ее выманим? Я имею в виду, покажем путь. У нас есть катер. Трой потратил целое состояние, чтобы собрать его. Быстрее его нет. И что потом? Потом подорвем его. Круто, звучит опасно. А что, если найдем второй катер, как приманку? Приманка? Да, в которую мы засунем взрывчатку, или бензин, или еще что-то. Подорвем катер, подорвем акулу и спасем западное побережье? У меня идея. Возьми еще одного дрона у Флетчера и найди резаной рыбы. Много. Что, а ты куда? Я позвоню. Где я найду резаную рыбу? Я знаю, что ты там. Открыто. Присядешь? Не могу остаться. Ну, как хочешь. Как и ты. Мне нужна твоя помощь, чтобы убить акулу. Тут повсюду военные. Тебе не нужна моя помощь. К утру акулы уже не будет. Как и нас. Я это и пытаюсь сказать. Акула заражена. Заражение? Радиация в ее ДНК превратила ее в биологическую атомную бомбу. И если она взорвется рядом с берегом, то все побережье Южной Калифорнии будет непригодно для жизни 20 тысяч лет. Мне жаль это слышать, но ты должна найти себе другого капитана. Отец! Развод всегда трудно дается ребенку. Тяжело дается всем. Ты ушел. Я хотела тебе поверить, но ты ушел.
Я просто... Я поверила человеку, который был рядом со мной. Ты все, что у меня осталось. Почему ты не поможешь? Джина! Что? Когда отплываем? А сейчас пойдет? Какой план? Ну, мне еще нужно поработать над деталями. На общий смысл в том, чтобы подорвать катер. Супер. Что ты тут делаешь? Где дрон, там и я. Не могу позволить тебе разрушить еще один. Я ничего не разбивал. Это из-за тебя. Ну, конечно, из-за меня. Молчите. Если хотим преуспеть, нужно работать как команда. Мы так работаем вместе. Ты даже не представляешь, что нам пришлось сделать, чтобы добыть эту рыбу. Мерзость. Сколько вам лет? Ладно, хорошо. Господи. Вот как будет. Фелис и я плывем на катере отца. Что за отец? А Флетчер и Каплан на катере трое. Флетчер, Каплан и я поплывем на катере трое. Нет, нет, нет. Эй, этого не будет. Эй, парни плывут первыми на катере с рыбой. Он быстрее, и это значит, что акула погонится за ними. А акула преследует нас? Ладно. Что за отец? Взрыв должен произойти за 20 миль от берега. 20 миль и 400 метров. О, мы бы не додумались. Это расстояние до острова Коронадо, и там я ее видел. Круто. Она должна быть далеко от берега, если взорвется сама по себе. А на насколько мощном взрыве идет речь? Ну, так, для любопытства. Я не знаю. Мегатона? Мегатона? Мегатона равносильно миллиону тонн взрывчатки. Шикарно. У кого-нибудь есть крем от солнца? А как далеко мы должны быть? Около 4 миль. Насколько быстрый катер? Больше 80 узлов я его не разгонял. Самое быстрое. Да. 80 узлов — это где-то 2,5 минуты наше время, чтобы убраться. Ого. Да, нужно кидать рыбу каждые 3 мили. Иначе мы упустим ее. Поэтому я сделал это. Немного модифицировал и соединил вместе, и получилось летающее ведро. Отлично. С рыбой. Просто убедись, что с ним будет все хорошо на катере. Отвлекаешь ее дроном, выманиваешь, а затем мы валим на берег. Какая дистанция у дрона? Я увеличил. Но больше 10 миль, пока не летал. Но все получится. Мне нравится твоя уверенность, брат. Должно сработать. Придется. Проверка связи. Слышу хорошо. Что-нибудь есть? Пока нет. Рыбу. Рыбу. Бросаем. Эй, народ, вы готовы прославиться? Ты о чем? Зацени циферку просмотров вон там снизу. 2-3 миллиона и растет. Да, это столько людей нас сейчас смотрят. Помочь не хотите? То есть онлайн? То есть онлайн. Да, я бы не стал рисковать своей жизнью, если бы никто об этом не узнал. Да. Да. Да брось видео с котами набирать больше просмотров. Потому что эти котики умиляют человека. Вот ты видел белку против кота-ниндзя? Да, да, обожаю. Видел. Прекрасно. Попробуй побей рекорд. Давай. Ты не умеешь кидать рыбу. Рыбка, рыбка. Давненько мы не плавали вместе. Да. Я горжусь тобой, Джина. Правда. Она близко. Даже половину не проплыли. Внимание, ребята. Она близко. Но ведь мы даже еще не отплыли. О чем ты? Мы еще не набрали 4 ляма в зрителей. Да я не об этом. Эй, вон она. Эй, быстрее. Эй, быстрее. Она приближается. Акула может так быстро плавать. Нужно ее замедлить. В корме катера есть кислород. Доставай.
И что нам с ним делать? Кинем в пасть акуле и выстрелим. Как в челюстях? У нас даже оружия нет. У нас даже нет оружия. Тогда просто бросим. И что будет? Акула подогреет воду, и она взорвется сама. Как глубинная бомба. Да, именно. Это ее замедлит. Или взорвет. Атомный взрыв, помните, да? Это просто воздух. Кидай! Ненавижу этот план. Давай! Быстрее! Быстрее, давай! Ничего. Давай еще один. Держу. Держу. Кидай. Ладно. Ваш план просто говно. Давай еще одну. Вы в порядке? Да, все хорошо. Флетчер мертв. Мы видели. У вас остался дрон? Да, тут. Отлично, он поможет нам убить этого монстра. Умеешь управлять им? Да, если только смогу включить. Остров Коронадо перед нами. Мы в 4 милях от места. Продолжай кидать. Чувак, чувак, давай рацию, рацию. Эй, детка, 4 миллиона зрителей и еще растет. Серьезно? Серьезнее только атака акулы. Черт, я все пропускаю, мне нужно попасть на тот катер. Мне нужно попасть на тот катер. Плыви к ним, я перейду к ним. Фелис. Мы должны придерживаться плана. Все там будем через минуту. Придерживаемся плана. Смерть Флетчера тоже была в плане? Нет. Но я обещаю, что нас не ждет такая же участь, если ты сосредоточишься на воде, а не на своей 15-минутной славе. Ты выглядишь жирной, когда такая серьезная. Сука! Что это? Что-что? Акулы! Их много. Держите, сейчас будет качка. Мы приманили их рыбой. Акулы, держитесь. Она сказала акулы? Акулы? Думаю, да. Мы ничего не видим. Мы ничего не видим. Держитесь. Ну давайте, ублюдки. Сукины дети. Вот же! Вы видите это, народ? Держись, приятель!
Рой, плыви, чувак, на давай. Помощь. Помоги. Давай. Давай же, давай, вот так. Давай, давай. Давай. Помоги. Трой, давай. Быстрее, давай, она приближается. Быстрее. Давай, Трой. Давай, плыви. Плыви же, давай. Она рядом, плыви изо всех сил. Давай, быстрее. Поцелуй меня взад. Трой, нет. Нет, Трой. Трой! 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 Нельзя останавливаться. Еще пару миль. Мотор сдох. Нельзя уходить без Троя. Где он? Его нет, Фелис. Что теперь будем делать? Мою лодку брать нельзя, она трос. Набита взрывчаткой. Придется. Кидай трос. Только будь с ней аккуратнее, хорошо? Хорошо. Пора валить, милая. Оставь меня, я не хочу жить без него. Ну, как хочешь. Где она? Она хочет остаться. Что? Нельзя! Нельзя! Иди, скажи, плыви к своей лодке. Давай, вперед! Не утопи мотор. Фелис. Мне жаль. Он мертв. Это твоя вина. Какого хрена? Черт, отстань! Отвали от меня, Фелис! Если бы мы были в одной лодке, он был бы еще жив! Успокойся! Акула хочет убить меня. Я это понимаю. А у тебя в чем причина? Я не знаю, что на меня нашло. Я пойду с тобой, если позволишь. Мне жаль. Акула! Катер горит! Развязывай трос. Толкай. Давай. Отец! Отец, нет! Отец! Папа. Слушай, твой отец хотел бы, чтобы мы боролись дальше. Мы заставим ее плыть за катером, а потом... Черт! Может, и сработало бы. Твой
дрон работает? У меня не было шанса его запустить. Так запускай, блин! Давай! Давай! Мы тут умрем. Зато спасем много жизней. Да, почему бы и нет? Я заставлю ее это сожрать. Но сделаю это как можно медленно. Как? Вот так. Хочешь залезть на нее? Я попытаюсь. Нужно найти заряд для катера. Где он? Здесь. А что? Нужно убедиться, что он рванет. Оголи провод. Что? Оголяй! Помоги с этим. Помоги надеть. Я опущусь так низко, как смогу. И настолько, насколько смогу. Я сниму кислородный баллон, открою его. И как только ты увидишь, что он всплывает, мы подключим провода к батарее. Один к красному болту, другой к черному. Понял? Не думаю, что выйдет. Есть идея получше? Мы можем... Мы... Все получится. Ладно. Хорошо. Итак, чем ниже я спущусь, тем меньше будет взрыв. Нужно залезть в воду, чтобы запустить двигатель. Ага. Ты можешь запустить дрон и поотвлекать ее? Запущу напоследок перед смертью. Ну, вполне возможно. Я не знаю, Джина, это серьезное дело. Иногда приходится рисковать. Стой, что ты делаешь? Я неправильно все понял? Да. Нет. Она возвращается! Придерживайся плана. Стой, 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 стой! Погоди, давай уточним. Хочешь, чтобы я тебя подорвал? Да! А как же мы? Мы же у нас кое-что было. Как же мы вместе? Ты и я, мы! Ты и я! Что ты делаешь? Я люблю тебя, Джина! О, все плохо. Я успел соскучиться. Нет, Каплан, ты не успел подключить провод. Сзади!
получилось! Еще раз, Каплан! Давай еще раз! Черт! Каплан, в чем дело? Он не поворачивает! Давай, Каплан, повтори это! Плыви, Джина! Плыви! Не туда! Куда ты? Куда она? Ах да, все ведь мертвы. Моя очередь! Давай, акула, давай! Смотри на меня, я в воде, акула! Ты и я, акула! Ты и я здесь! Давай, сука! Чёртова акула! Казино X сошло с ума и отменило все лимиты на выплаты. Заходите на 23casinox.com, играйте и выводите любые суммы денег за одну минуту. Лучшие лицензионные автоматы, море бонусов, подарков и баснословные выигрыши ждут вас на 23casinox.com. Не забудьте активировать код 4X. Акула перегревается, Джина! Она сейчас рванет! Акула перегревается! Она сейчас рванет! Нет, нет, нет! Давай его назад! Что? Положи баллоны назад, Джина! Вот, держи! Держишь? Вот. Итак, дай что-нибудь, чтобы открыть их. Что? Нужно их открыть. Это подойдет? Да, да, хорошо, давай. Итак, на счет три. Бьем. Мы ведь их бить будем? Хорошо, бьем. Итак, поехали. Раз, два, три. Еще, давай. В порядке? Готов? Давай! Господи! Ты в порядке? Минуту, минуту! Меня сейчас вырвет! Эй, Джина!
подойди. Ты иди. Почему так всегда? Блин, черт.